учета атаки. Так, ну, сейчас мне надо хорошо решить. Ну я да, я стану сюда и буду отсюда их там на тебя. Ну я могу сдохнуть. Все, ходит монстр. Да, кто там у тебя ходит? Добираешь. А, нет, стоп, стоп, стоп. Сначала энкаунтер. Ты уже тянул. Да. Я за него. Он за него тянул. Это хороший энкаунтер, спрятанное сокровище. Да. Положи один трежер токен на любой тайл, на котором нет героя, и вытяни другой энкаунтер. Трежер токен. Ну, пускай это. Ну, пусть это, да. Энкаунтер. Трипуайр. Это ловушка. Ты уверен, что его сюда надо? У нас там нет. Он должен положить на любой, там, где нет героя. Да, да, можно сюда, вытащи, и я сходить и взять. А, что себя лить лишний раз? Ну, короче, ну, для начала монстр, конечно, не появляется, потому что у нас нет Explore Edge. Ну да. Атака плюс 10. Что атака плюс 10? По тебе. Кубик. Poisoned. С моим последним хитом. Первый хит, Ксюш, пошел. Это... Нет, там еще не плохо пошел. Еще, еще не пошел. Не пошел. Да, он в начале следующей фазы пойдет. Блин. Теперь монстр. Это этот... А. Вот нет, сначала можно... давай Гиберинг Маузер, сначала обычный ходит, а потом босс в конце. Давай, вот этот ходит. Все. Он подходит. Просто подходит? Один тайл к ближайшему герою. Подходит. А, хорошо. А вот этот босс. А он стреляет по нему? Так, а это мне, наверное... Нет, это ему пойдет, надо. Да. Стреляют, да? Да. Давай. Сначала кидаешь двадцатку... Он так не стреляет. Нет, это антимагия. Да. А, я думал, тот стреляет. А потом плюс 8 атака. Ну, там везде плюс 8. И он наносит один урон и теряет... Подожди, что-то вы не так бросаете. Смотри. Он сразу бросает атаку. Нет, нет, нет. Ну что не... Когда атакует, кинь кубик, чтобы увидеть, какая атака идет. Ну, а потом выбираешь... Нет, подожди, он кидает атаку. Не-не-не. Вначале он выбирает, какой он атакует, а потом уже атакует. Я не спорю, я не спорю. Кинь кубик, чтобы получить, какая атака, а потом кидаешь на атаку. Ну там все атаки одинаковые на самом деле. Плюс 8. Ну кидай снова. Кидай на атаку. Тут предупреждайте, что это была не атака. Это был выбор атаки. Я поняла. 13, но все равно не попал. Не, не попал, ура. На. Так, моя прелесть. Открой дверь. Ну что ж делать, придется. Я хожу. Успех. Минул. Немощь. Рога. Давай, ходи. А, кстати, кобальда же убили. Так, нахуй. Сдай его. Так, а у меня там ничего особо-то и нету. Deadly Poison. Каждый герой, который сейчас отравлен, получает один урон. Ну, пошел хилинг, Сюрч. Вытащи другой энкаунтер карт. А мы же могли его отменить. Да. Давайте отменим. Давайте отменим. Ну, половину могли уже отменить. Двадцатки у нас не падают. Не, ну у нас, учитывая, у нас столько всего, что мы действительно могли отменить. Давай по денежке сдадим, что-то не валяется. Давай, согласен. Вот, четыре тут. Пятая, ага. И тогда оно вообще не действует, и другой мы не сядем. Все, да. Все. Он заканчивается. Это еще пять, если что. И это еще пять, если что. Убираем атаку. Убираем атаку. Тебе везет на антимагию. А мне везет на броски 19. Единичкой выбираешь. Один гол шутинг стар идет в жопу. На. Единицу урона получил? Да, единицу урона. Так говорить надо об этом. Так и в прошлый раз я говорил. Как говорил, единицу урона и тебе. Я тоже не помню. Ну ладно. Не важно. Нет, я бы рад, если бы ты не получил. Так кричал, зона магии, антимагии. Как это? Пикачу, Пикачу, я выбираю тебя! Так, я могу... Сколько мы будем ломиться в открытую дверь? Так, он от меня... Мы не пойдем в тайл. Зачем нам это делать? С тыла зайдем. Я что могу сделать? Надеюсь, я открою. Ты мне какого-то монстрика... А, у тебя никого нету, да? Я тебе давал гиберинг этого маузера. Ну да. А потом мне Витя отдал драгон этого кобальда, и ты его... Я могу сделать так, я могу встать сюда. Да. И притащить его к себе. Его атакуешь да сразу? Маг очнется и сразу же. И атаковать его при этом. Давай. Ну, давай. Куда его лучше поставить? Да, рядом с ним. Подальше от меня, пожалуйста. Нет, я его ставлю аджастмент. Ко мне. То, чтобы у него сложнее ему жить было. А обязательно при этом аджастмент ко мне тоже, да?
Я хочу его ставить так, чтобы ему убегать от меня надо было в этом направлении. Хорошо, я понял. Я надеюсь, что... на одну клетку отходит от тебя. Ну... Да, нормально, в принципе. Так, кубик. Кубик. Сюда, пока я лежу, он меня не бьет, чего уж там. Да, я думаю, у меня 17, а у тебя сколько? У меня получается... 20 нет, не 20. 20 ровно. Так. Сколько ты нанесешь? 3 плюс 1, 4. Ух, пили. Славки 4. Давайте не будем передавать, сейчас таскать его будет сложно. Да. Я, в принципе, так, да. Это была мой Taunting Advance. Прощай. И я думаю восстановить себе 4 хита. Пользуем? Пошли. Нет, у меня есть 2 рвана резая. Я же стою, давай. Блин, я же стою. Сейчас много восстанавливаюсь, я всего хита потерял. У меня всего 6 осталось. Ну да. Кто знает, что тебя ждет там после атаки? Ну, я ему снял половину. Ну это отлично. Дерись дальше, да. Молодец. Все. Закончил. Вы ленивые. Ты лечишься? Ходи монстрами. Давай монстров мне. Монстров мне. Давай обычных монстров. Давай обычных. Грел идет ко мне. Говнюк идет тоже. Вот этот без фишки. И теперь ходит этот, кидай сначала на выбор атаки. И передай одного монстра. Что он делает, он стоит аджастом. Он атакует тебя и потом отходит на одну клетку. Тринадцать. Что это у нас? 13-16. Poison? Да, это будет poison. Или не будет. Удачно. Плюс 8. Неинтересно. Он отходит, наверное, сюда. Да. Ну да, наверное. Вы издеваетесь. Ну это ближайшее, которое не рядом. В любом случае. Что я могу сказать? Пускай он лежит там. Да, давайте. Передай просто. Подал монстр направо. Какого тебе передать? Мне? Грибы, да, или грибы. Давай вот этого. Давай. Я люблю этих бормочащих куч. А мы снова ломимся в дверь. Да, почти. Можешь еще раз попробовать. Да пойди в обход уже. Нет, наверное. Вы уже можете его с той стороны бить. Так еще другие монстры есть. Других монстров, если я не упаду, я их здорово покоцаю. Мне главное сейчас... Ладно, двигайся тогда. Что называется, день простоять, день начать продержаться. Если повторять только как мув, это же не атака идет. Или да, я не знаю. Нет, на самом... Ну, смотри, вот этот Селябука будет атаковать либо тебя, либо меня, потому что мы с тобой с ним на разных, ну, в одинаковом расстоянии. Да, я мы думаю, на разных тайлах. Я думаю, он будет... И что? О, он будет атаковать тебя. Не сомневаюсь. Нет, я имею в виду... Ах, ладно. Смотри, если он не рядом, атакует. Он атакует того, кто с большинством хитов. А, фу, да, тогда нормально. Поэтому мне надо было... Я прошелся, и уходят монстры. Да. Так, этот подходит. Этот. Он хочет атаковать, я полагаю. Как он атакует? У меня будет важный вопрос. Делать две атаки с плюс 6, либо одну с плюс 12. Но с плюс 13. Повезло, он по тебе не попал. Кто? Кто-то из них. Они немощи, они не могут попасть по мне. Да, и вот тебе. Все. Господи. А, еще этот. Босс. Полагаю, он атакует? Кого он атакует? Его. У него больше хитов. 6. О, это уже... Fire Ray. Двое. Плюс 8. И минимум 1. Да, минимум 1. Один. Одна единичка урона. Так. Это critical miss. Подождите, encounter. А-а-а. Dragon Fear. Курс. Ты проклят! Парализующий страх переполняет тебя. Dexed? Нет. Каждый раз, когда ты двигаешься на новый тайл, получи единичку урона. Проклятие. Кидай в конце своей этой геройской фазы, чтобы перекинуть десятку, и тогда убираешь карту. Угу. Все. Один. Okay. Это же травмина. Блин. Так, почему у нас партия ранена и
с кондициями. Да. Жрец. Потому что и он там. Да, не покоцаю их, я забыла. А вот это вот что? Надо было раньше тебе упасть просто, и сейчас бы ты уже встала с Сюджем. То есть не надо было отменять тот энкаунтер? Да. А я бы встала и не действовала, и действовала бы? Встала бы и не действовала. Вот это без разницы. Ну, не то, что без разницы, а не знаю. Так, раз, два, вот три, это... Четыре, ну, это, блин, это же не атака. А можно я это все равно использую? На самом деле ты ее можешь использовать when you take damage. Все, значит, я просто ее использую. Дискард. Дискард или флип? Флип, флип. Еще лучше флип. Так, и может быть я скину свой poison. Да, я его еще и скинула. Теперь я юзаю вот это. Я здесь раскладываю бомбочки. Ну, на этом тайле, поэтому неважно, не где. Нет, он у тебя он только монстров атакует. И мне их можно и не мувать, поэтому я лучше сама куда-нибудь отойду. Куда мне отходить? В лаву. Ну, не говори. У меня есть способ борьбы с ядом. Ну, этот все равно тебя в основном атакует. На самом деле, мне подальше отойти, ладно, наверное. Я думаю, еще пару раундов. И сейчас я подбегу и щит, святой огонь. Так, и в конце своей херофазы я убираю одну флейминг-сферу и вот им каждому по хиту. Жаль, что нельзя все три сразу убрать. Так, дай... А, да. Подожди. Но они не умирают. Да, поэтому я... каждому по хиту. Каждому по... Да. Вот и весьма неплохо. Ну, это я говорю, тут еще две сферы осталось, так, кстати, они протусят в этом. У меня это тот, который вот без фишки, потому что он был твоим. Да, а у меня тот, который с каунтером. Да, потому что это его. В общем, вот так. Я мой остался с дыркой. Вот. И, ну, в общем, да, теперь мне хила у меня никакого нету. Кстати, я могу... Или без энкаунтера. Сейчас, я просто подумаю, может, мне стоило бы отойти подальше. Еще на свою скорость. Я была здесь, да? Вот здесь я была. Если бы я... Раз, два, три... Не, наверное, смысла нет никуда уходить. Зачем? Подальше от них. Энкаунт. Все не так. Катящийся булыжник. Из лавы. Помести катящийся булыжник на... Вот сюда. Я же говорю, был у меня смысл уходить. Где булыжник? Катящийся булыжник. Роллинг Болдер. На. Да, вот именно, потому что у меня уже... Да, на этот тайл. Активируй ловушку на своей злодейской фазе. Передвинь булыжник на один тайл к ближайшему герою. Каждый герой на новом тайле получает 2 дамага. А вот сколько хитов, расскажите мне. У меня 2. У меня 5. У него бьют 3 монстра, блин. Хотя... Closes Hero. Он кого-то убьет наверняка. Меня бьют 3 монстра, и меня бьет босс уже. Сколько он меня... Слушай, давай лучше ты полежи с Healing Surge. Да ладно, пускай в меня катится, лягу. Я наоборот Healing Surge 4 хп восстанавливаю. Потом замув еще Dwarven Resilience. Ну ты их бьешь, ты можешь сейчас добить. А я не знаю, много ли сделает Рога. Рога, у тебя какие планы? Интересно, он двигается к ближайшему. Я тоже их могу. Но ближайший-то ты. Нет, он движется к ближайшему. То есть, представляешь, он вывалился со стены и катится. Да. То есть, надо включать воображение. А на меня он действует? Он одинаково растет. Получается, нет. Я в одном хите. Не, получается, что он... Он свалился он и на катится. Он на новую действует. Да. То есть ты ее типа активировала и такая... Она понеслась мимо тебя там куда-то дальше. Но с одинаковое расстояние, поэтому... Ну, ближайшие... Если они стоят на месте... Он наносит 2 единички урона. Ближайший я, потому что к этому тайлу ближе я, да. Хорошо. Хорошо, всё. Катится на тебя, тебе тогда 2 единички, да? А потом что? Все. А, то есть, если он не будет активироваться? А потом на следующий ход он опять... На следующий ход он на меня покатится, да? Ну, по-видимому, да. Я убил до того момента. То есть, он прикатился сюда, бабахнул. Какой ужас. Не говори. А как его избавиться? Ну, десятку прокинуть. Вот, наверное, в клетке с ним получается.
Ну, соседний, по-моему, тоже. Instead of a taken. Не написано. Ну, обычно в adjacent. On a tile with trap. А, on a tile даже. Ребята, вы меня убиваете больше монстров. Все. Ладно, да. Так, теперь монстры. У меня на руках никого нету. Кроме этого. Кидай за босса. Кроме босса. Он атакует. А, подожди, подожди. У тебя сколько хитпоинтов? 5? Да. 3. Три? У меня 2 хита. Ну, у него после ловушки 3 осталось. После камня. Ну, все правильно, значит, он атакует его еще. Пока еще. Давай. 9. А 9 это у нас Exhaustion. Единичка и Dazed. С 8. Нормально, нормально. А он не двигается на квадратную же вокруг? Нет, мне кажется, он должен сдохнуть. Он атаковал просто. Он же не рядом, он в пределах 3 тайлов, все. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя подстрахуй. Давай. Так, во-первых. Зачем вы туда это сокровище положили, извращенцы? Летающий щит. Это награда. Летающий щит бихолдера. О. Алла. Какой летающий щит? Он слишком большой, положил лучше. Тебе надо было отдать его дварфу. Говорю, я так на лету хватаю. Он не слишком большой, и просто слишком занят деталью. Да. У него же. Плюс 6. А у него 17. Черт! Даже не попадаю. Досадно. Ходи монстром. Черт, как плохо! Ну по мне будет стрелять, скотина. Блайндинг бомб! Может отменим? Давай отменим, у нас еще подожди, хватает. Подожди, что он делает? Атакуй каждого героя в пределах одного тайла. Да. Отменяем. Отменяй, убери это, все. Так, ходит Гиберин Молзер. Он урон не наносит, просто Дейс. Это выбирай, который ходит. Нет, да, не наносит. Так, вот этот ходит. Да, давай. Он атакует всех на единичку. Я атакую. И Дейс. Блин. Подарок. Ну, хотя он все равно не двигается. Так, направо. Теперь этот атакует меня. Если они никуда не уйдут, я их в следующем раунде на второй сфере добью. А у меня 18 цен. Так, это антимэджик. Это печально, я не хочу, чтобы он попал. Кто ж хочет. Черт. Забрасывай вещи, получай хит урона. У меня всего лишь одна щита. Так, а у меня остается 3 хп. Прям как у тебя. Да ладно, вы самые здоровые пока. У меня 2. Почему у тебя 2? Потому что. А, за Дейс ты что-то там? Да, точно. Дейс разве он носит? Нет. Не, ну там его укусил кто-то и Дейс. Меня укусила. А, да, у тебя 2. Ходим. Что я могу сказать? То есть... Атака? Что делать? Этих троих, если они тут останутся, я следующей сферы... Я вот могу либо ходить, либо так бить. Я и говорю, все. А издалека бей. Ты... А сколько у этого хитов? Кто его контролит? У них у всех по одному. Да. По 2. Всего по 2, но они ранены. Вот в чем дело. То есть я бы, наверное, атаковал, может быть, что-нибудь сокровище вытащу. С одной стороны. С другой стороны, я могу потратить мув на Dwarven Resilience и восстановить себе 4 хита. Восстановил уши. Да. Да. Это, по-моему, это хорошая идея, честно говоря. Очень. Пускай он дальше меня бьет. Можешь подойти к нему вплотную. Ну и что? Он все равно будет бить меня. А, ну он отойдет и будет бить, да. Точнее, он сначала ударит, потом ты. Я он там. Он и так будет тебя бить, поэтому... Я не могу подойти, я то есть... Оля. Я поняла, я же говорю. То есть, да, лучше все хилиться. Да? Да. А я не знал этого. Не сбрасывай монстры. Дейст. Отлично. Ходят монстры. Все монстры. Атакуют тебя, увы. Так, у тебя с каунтером, он тебя жрет. Все около тебя. Идет Глиберин Маутер. 16. Нет. Грелл. Да. И Poison. Блин. Подарки. Poison. Единичка урона.
А, хотя для дварфа, кстати, дали. Во-первых, в следующий раз, во-вторых, его дварфу его легко скинуть. Единичку я сразу получаю. Нет. Да. Нет, даже единичка урона от этого. А, one and... Ага. Все правильно. И теперь босс. Ну, кидает на... Конечно, в меня. У меня 5 хитов. Я круче вас всех до сих пор. 4 это антимагия. 9, 17. Тителька в тительку. Нет? 17. Ну, блин. Так, ну что, ну... Единичка урона и отказываешься от чего-нибудь. Я вот думаю, от чего? От перчаток плюс один урона, что я либо от плюс 2 к атаке. А посох? Я тоже думаю, посох. В пипку. Все? Передал монстра? Давай монстр. Кого? Давай, я этих люблю. Хорошо, теперь мой чудный ход. Давай. Я подхожу к нему, восстанавливаю с помощью моего полушина. 4 ему атаки? 4. Шикарно. И у меня тут много. Да, гаси вещей. Его. Так, первая атака. Промазала, полагаю. Сколько? 13. Да. Мимо. Мимо. И попал. Попал, а 2 единицы урона за счет этой фигни. Такие дела. Так, у него осталось 3. Mm-hmm. Ну, не так плохо. Он мясо. Хорошо, теперь монстр. Он подходит. Он просто подходит. О, значит, я еще ему единичку нанесу. И тебя жрут. Меня, да? Да. Как минимум. И он... Так, 13 это что? Это яд. 9 плюс 8, 17. Очевидно, я отравлен. Единичка урона. Я понял, мне, я, кажется, убрал следующий ход. Так, и он отступает... На один квадратик от меня. Но так, чтобы... Нет таких мест. Move to the closest square, not adjacent to here. Есть, что вот значит? Вот сюда, значит. Да. А, сюда. Так далеко? Вот. Ладно. Эльф, теперь до тебя доберутся. Не эльф, ты хуман. Все? Нет, это подсел. Ну, все. Подожди, инкаунта. Нет. Яма. Давайте это отменим. Подожди, поместите яму на вот сюда, на тайл с тобой. А вот Натайл с вами. Да пожалуйста. Главное, так, атакуй показываю. Каждого героя, плюс 10. А давай мы это отменим? Я ну, готов. Давайте. Потому что нам не так много осталось, в принципе, чтобы их завалить. Многих. Веселых, я танкую. Фу. А сколько я танкую. А какая прелесть. Ты сколько ты ранишь? Я троих добью. Давай, ходи. И одного. Ранишь. Сейчас я прикину, эту сферу может подвинуть куда-нибудь вместо себя? Может, ну, чтобы этому... Глазику, может, да? Ну, этот будет на единичку раненый, но ну, лучше глазику, наверное. Ну. Так, значит, я теперь не хожу, потому что походила моя сфера. Вот эта сфера бабахает. И эти умирают. И все бабахают. Трэшер. Что тут все? Плюс 2 Magic Sword. Так, это вот чей остался, который да, нет, его, вон тот. Его, да, всё, а, отлично. А, это уже этот. Плюс 2 Magic Sword. Да. Ему единичка. Да. Вот сюда. Можно уже убрать. Ну да. Можно я тебе ее дам? Ты далеко. Да. У меня в соседней зале, да. Швырни было. Кстати, да, блин, еще ж... Блин, это падла катится. Ёшкин кот. Подожди, до камня... Сразу вдвоих. До камня чинкантру. Так мы тот отменили ж. Так твой сейчас будет. А мы тоже можем отменить. У нас снова... Давай сначала посмотрим. Сейчас, я мальчик. Ладно, блин. Ты же закончил свой ход или... Вроде бы да. Это убирается. Да, одна убирается. Крик стражника. Вторженцы. Если нет монстра в игре, убрать. Если монстр в игре, выбери монстра. Тайл, play style, next style. Нет. Style, don't work. Ха-ха-ха. Кажется, камень. Камень. И давит нас двоих. И никто его дизейбнуть не может. И давит нас двоих. Два. Страйк.
Без атаки, без ничего, да? Просто давит. Ну, зато осталось добить немного. Потом обратно к тебе. Теперь главное вам двоим не упасть просто. Осталось Хеликсир в жопе. Так я же говорю, теперь главное вам двоим не упасть. Как все просто. Я знаю. А ты сейчас используешь Хеликсир? И он. А иначе никак, иначе мы проигрываем. Не на своем ходу? Не, ну... Автоматом. То есть, ну, в начале своего следующего хода мы их автоматом разбираем. А у меня 3 хитпоинта. Ну, в принципе, меня за один удар не убьют. Так. Теперь входит босс. Расслабься, у меня 4 хитпоинта. А он тебя не видит? Да. Что бьет меня? Кидай за него по мне. За босса. 12 экзост. Экзост. 12 экзостов, дайте мне. Дейс. И один урон. Да, единичку урона. Блин. Ставь себе 2. Так вот, у меня все красиво. Осталось 2. Твой ход. Sacred Flame. Где шанс, что ты его убьешь? Ну, он наносит только единичку урона. Я просто... Ну, если бы я не был дейс, то могу подойти и попытаться этим тандером ударить. Вот так. Так ударить что? Подойти не может. Не могу я дейс. Да. Я могу либо отходить, либо... Отстой. Готовься к смерти. Да ё-моё. Промазываю. Ну, ходи теперь. На НКО. Камень не катится на себя случайно? Камень катится только на ходу. А. Слава богу. Да-да! Не пугайте меня! Клетка! У нас есть чем отметить, если что. Подожди. Ты проклят. Положи эту карту на минус 2 КЦ, и ты не можешь двигаться. Ну, может, это не самое худшее, может, и не отменять пока. То есть нам самое важное сейчас, чтобы вы в доме выстояли и как-то... Как-то! Да. Ну, пускай будет. Ну, наверное, да. Меня никто не лечит, только я себя лечу. Так, меня никто не спасает, везет только себя. Я себя спасаю. Дейс с меня сходит. Ладно, опять Beholder, опять по мне. А вы не встаете? Мы на своем ходу встаем. Какая печаль. 11. 11 это опять. Ну вот почему? Ну тебе все равно дейс не повредит. Ты все равно уже хоть ты в клетке. Понятно. Какая тебе разница, один. Дейс, не дейс. Просто один. Ой, блин. Ходи. Что я тебе могу сказать? Надо срочно добить Beholder. А, убитый гриль. А я пойду ту убивать. Давай. Да. О, у нас теперь на 2 отмены камня. Не надо, убивай этого, какого? Какого этого? Я не вижу его. Да? Не, а знаешь, чем задница? Да забей, ты до твоего хода не дойдет. Раз, два, три. Ну ладно. Потом ходит Оля, булыжник катится к нам, он убивает. Потом я хожу. Ну, после тебя. Если только ты не возьмешь и не убьешь этого. А я могу его убить, наверное. Короче, если вы не убьете, ну... Да, я поняла. Булыжник меня задавит. Нет, я могу встать и дизейблить. А, ну вариант, да. Что делаем? 2 атаки с плюс 4? Или 1 с плюс 11? 1 с плюс 11. А у него сколько? А ему надо 2. Нет, ему надо 3. 3 хита надо. А 2 я нанесу с плюс 11. Ему надо 3. А в ее ход он убрет. В мой ход, да, он убрет. Главное, что я убил свой. Давай с плюс 11. Да. 2 хита, да? Я могу встать и попробовать обзорить ловушку и атаковать ублюдка. Так, походил. Это и то действие. Или подожди. У тебя... Ну ладно. Ну, типа, я не буду ходить. Сначала энкаунтер, потом монстр. Значит, получается, может, как муфлом действует. Нет, там... Борг в темноте. Атака только одна. Активный герой избавляется от одной трежер-карты. Все. Это последний. Можно отменить. Всегда. Да, стоп, у нас есть отменить. Карта да не полезная? Надо, смысла нет, у нас монстров уже нету, то есть этому остался единичка, а ты обезвредишь, может быть, ловушка. Может быть, да. Ходит монстр. Он двигается сюда, насколько я понимаю. Какая прелесть. Меня, кстати, эта штука не вырубит. У меня еще 4 хита. А вот меня его... убьет. Его будет ход следующий просто. И сразу поражение. В общем, ты походил.
Монстр походил? Да, да. Босс. А, босс ходит. Босс атакует тебя.